Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я не буду в целях, значит, конфиденциальности информации. Не буду зачитывать ваш текст напрямую, да? Вот мне кажется, что это не совсем корректно. Вот. Скажу просто, что получается, парень значит, обиделся, по словам автора вопроса, на то, что он, значит, автор вопроса отказался на некоторые виды интимных отношений, скажем так. Вот. И автор вопроса спрашивает. Автор вопроса спрашивает. Правда ли вот так важно это в значит, жизни? Вот, в совместной жизни. Ну, понятно, в данном случае, что вопрос является таким несколько некорректно поставленным, вот, на мой взгляд, вот, почему некорректно, потому что, значит, ну, тут очень важно, вот, для кого. То есть, важно для кого. Вот, для вашего, значит, парня, да, это важно. А для вас нет, например. Но обычно, когда люди друг друга понимают, скажем так, то есть когда люди видят в друг друге так скажем, личности, вот, то вот это, ну, не проблема. То есть это вообще ни разу не означает, что что вы должны вступать в такие отношения, которые вот, вас не устраивает. Но, тем не менее, легче было бы это понять. Возможно. Вам. Вот. Поэтому я думаю, что здесь дело не в важности, на мой взгляд, дело здесь именно в том, как вы сами видите и
воспринимаете своего партнера, да, как вы его, ну, как вы его видите именно в плане личности, потому что его какие-то потребности, его какие-то желания, ну, вот, являются, ну, естественным продолжением, да, естественным продолжением, скажем так, его личности. Если же вот его потребности, его предпочтения, да, выглядит чем-то, скажем так, ну, инородным, да, вот. Если выглядит чем-то инородным для вас, например, то в этом случае я бы, наверное, сказал, что вы начали друг от друга отдаляться, либо вы просто не очень хорошо понимаете друг друга, и нужно прояснить. Вот, то есть нужно в этом случае прояснить, какое значение имеет для, допустим, вас, да, и для него то, что он хочет. Вот, как-то соотнести эти формы восприятия, вот, ну, попробовать, по крайней мере, да, соотнести эти формы восприятия, вот, и дальше уже просто постараться увидеть, есть ли наша, ну, скажем так, есть ли что-то, что вот ну, могло бы как-то объединить вас, объединительные какие-то тенденции, вот. А если вы это увидите, если вы это, ну, как-то вот прочувствуете, вот, то я думаю, что, значит, ну, появится шанс на то, чтобы как-то это реализовать. Ну вот, вместе с вами, да, друг с другом, вот. Вот какая-то, наверное, такая здесь история, вот, и вот я бы, конечно, поостерёгся бы, наверное, спрашивать о важности чего-то, да, значит, как бы, ну, в контексте другого человека. Поэтому вот, если человек говорит, да, что ему что-то важно, если человек говорит, ну, пытается вот донести, да, например, вот, до вас, что что-то ему важно, и что-то ему ценно, вот.
то вот я думаю, желательно бы его услышать, вот, и посмотреть, как вы откликаетесь на то, что воспринимаете. И в процессе вот такого, ну, скажем так, процесса обмена, процесса контакта, вы будете, вероятно, гораздо лучшим узнавать друг друга. И вполне возможно, что фокус, именно фокус, сместится с этого на что-то другое. Не обязательно, что это произойдет. Это совсем не обязательно, что это случится. Вот. Но надежда, как бы, точнее, даже не надежда, не совсем правильно я здесь сказал, вот, вероятность того, что это произойдет, есть вероятность, что человек будет настаивать на этом. Понимаете, да? Вот как-то так. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу, если хотите. А можно вместе с молодым человеком, да, обратиться к психологу и вот провести, так сказать, парную консультацию для того, чтобы лучше понять друг друга. Это, в принципе, обычная практика. Всего самого доброго.